Женщина бывает непредсказуема. Сумасшедшая баба. Я похожа на идиотку? Пока не знаю. А счастливой она становится не тогда, когда она успешна. Ну надо же. Богата или красива. А что это за кролик к нам приехала? А я, между прочим, женщина. Это сразу бросается в глаза. Женщина счастлива только тогда, когда она любима, и если она мама. Ты кто такой? Сколько тебе лет? Я Василий, мне 10 лет. А игры у вас есть? Нет, ничего не трогай, пожалуйста, только не мой компьютер. Анна Ковальчук в фильме «Можно я буду звать тебя мамой» 8 марта на ТВ Русь.